Расскажи-ка, Лиля, мне о Рождестве. Как назвал Бог сына? Интересно мне. Ночью в Вифлееме мальчик был рожден. Ангелы запели радостный псалом. Небо ликовало, славил Бога хор. И звезда сияла, радовала взор. Имя Бог дал сыну Иисус Христос, потому что миру он спасение нес. Я могу дополнить о Христе рассказ. Спал он на соломе в свой рождение час. Еще к младенцу пастухи пришли, славили всем сердцем Господа они. А потом с востока знатные волхвы путь прошли далекий, чтоб Христа найти. Падшие поклонились Господу они и свои хранилищ принесли дары. Золото и ладан Смирну принесли, а взамен отраду для души нашли. Как же интересен о Христе рассказ! Лучше сказок, песен в 10 000 раз! Ах, как мало знаем мы еще о нем! Библию читаем, хотя день за днем. Все познать сумеем только в небесах, а сегодня верим, он живет в сердцах. Слышит он молитвы, пение и стихи, тех, чье сердце чисто, примет он дары. Аминь.